Lou? Лу? Нет, ты ищешь. Сюрприз. Фрэджайл меня перенесла. Наконец-то я увидел берег. Ну, ее берег. Не бойся, я сюда пришел не просто поглазеть. У твоего ББ серьезная проблема. Ты помнишь, я говорил тебе, что этот инкубатор соединяет ББ по хиральной сети с некроматерью в штаб-квартире? Каждый такой ребенок – настоящий мост между нашим миром и той стороной. Их место не здесь и не там, с тварями. Они существуют ровно посередине, никак не тяготея ни к тому миру, ни к другому. Но ББ-28 почему-то все больше и больше склоняется к миру живых. К тебе, сэр. Нам вместе лучше. Вместе? Сэм, ББ — прибор, а не человек. Мост — да, дитя — нет. Так в чем проблема-то? Этот прибор — орудие, превращается в живое существо. Оно растет, мозговая активность повышается, накапливаются воспоминания. ББ-28 обретает самосознание, как настоящий ребенок. Не вижу в этом ничего плохого. Это оборудование, Сэм, со своим назначением. И оно не работает вне капсулы. Вероятность полного отказа, даже просто при извлечении, 70%. Хотя уже не важно, через пару дней оно перестанет функционировать. Перестанет? Именно. Даже капсула не спасет. Вырубиться. Что же делать? Перезагрузку. Его придется оставить у меня. Я перережу нить между вами и проведу операцию его воссоединения с той стороной. Я как бы подтолкну его к нужному месту, которое оно должно занимать посередине между миром живых и мертвых. Но это значит, ты на время останешься без ББ. Это точно поможет? Конечно. Но есть тонкость. Операция может стереть память. Стереть? Лу меня забудет? Ничего. ББ будет работать как положено. Просто доверься мне. Давай. Говорю тебе, все очень просто. Жмешь сброс и перезагружаешь. Вот почему я эти штуки ненавижу. Сэм. Я и так уже вернулся с берега весь грязный. А тут еще и от ББ получил такой подарочек. Здесь нас никто не подслушает. Мы наедине. Тут нет ни микрофонов,
Ни камер, чтобы читать по губам. Поближе. Дай Хардман не должен об этом узнать. Ты понял? Я раскопал кое-что о первых экспериментах с ББ. Официально их приостановили власти. После выплеска пустоты, когда погиб тогдашний президент. Документы уничтожили, технологию запретили, да? Но, как ты видишь, работа в тайне продолжалась. По прямому указанию президента Стрэнд. Бриджит? ББ посчитали ключом к разгадке тайны выхода смерти. У нее были большие планы. Их создавали не просто как детекторы тварей. Она хотела встроить их в хиральную сеть, чтобы открыть проход на берег. Но ни один из этих планов не осуществился. А теперь технология у террористов в руках. А как в этом замешан Дай Хардман? Я боюсь выяснять. Я не знаю, как давно он работает на Стрэнд. Не знаю даже, какое у него имя и лицо. Я думал, ты знаешь. Вы с ним дольше знакомы? Когда мы познакомились, он уже носил маску. Что-то там из-за ожога лица. Ну да. Извини. Все данные за тот период засекречены по высшему уровню. Я так полагаю, доступ к ним имеет лишь директор. Но хиральная сеть открывает другую возможность. Скомпилировав фрагменты доступных данных, разбросанных по всей стране, я, возможно, смогу составить более полную картину событий. Будь осторожен, Сэм. Они следят. Ну, Сэм, ты парень, что надо, спору нет. Но зато не нужно тратить время на стирку. Ты ББ почини, ладно? О, нет. Чинить придется тебе. Без твоей помощи не обойтись. Сходи наверх, загляни в терминал доставки, когда будешь готов.